Владимир Высоцкий. День без единой смерти. Часов, минут, секунд, нуль. Сердца с часами смерти. Объявлен праздник всей земли. День без единой смерти. Вход в рай забили в попыхах, ворота ада на засове. Без оговорок и условий все согласовано в верхах. Ликуй и веселись, народ! Никто от родов не умрет, ни от болезней в собственной постели. На целый день отступит мрак, на целый день задержат рак, на целый день придержат душу в теле. И если где резня теперь, ножи держать тупыми. А если бой, то без потерь, расстрел так холостыми. Нельзя и с именем его свинцу отвешивать поклоны. Во имя жизни миллионов не будет смерти одного. И ни за черта самого, ни за себя, ни за кого никто нигде не обнажит кинжала. И не взойдет на эшафот за торжество добра и идеала. И запылают 100 костров, не жечь, а греть нам спины. И будет много катастроф, а жертвы не едины. И отвалившись от стола, никто не лопнет от обжорства. А падать будет из притворства, от выстрелов из-за угла. Ну, а за кем не доглядят, того нещадно оживят, на труд его взъерошат, взъерепенят. И спецотряд из тех ребят, что мертвеца растеребят, они на этот день случайности отменят. Забудьте мстить и ревновать. Убийцы, пыл мерьте. Бить можно, но не убивать. Душить, но не до смерти. Проем оконный, не стремись, не засти, слазь и будь мужчиной. На этот день устранены причины, от коих можно прыгать вниз. Слюнтяй, висельники, тли, мы всех вас выем из петли. Еще дышащих, тепленьких, мы спорним. Под топорами палачей не упадет главы ничьей. Приема нынче нет в раю Господнем. И пробил час, и день возник, как взрыв, как ослепление. То тут, то там взвивался крик. Остановись, мгновенье! И лился с неба нежный свет, и хоры ангельские пели. И люди быстро обнаглели. Твори, что хочешь, смерти нет. Иной до смерти выпивал, но жил подлец, не умирал. Другой в проемы прыгал всяко разно, а третьего душил сосед, а тот его. Ну, в общем, все добро и зло творили безнаказанно. А тот, кто раньше никогда не знал ни драк, ни ссор, ни споров, подымать свой голос стал, как колья от заборов. Он торопливо вынимал из мокрых мостовых булыжник, а прежде был он тихий книжник и зло с насилием презирал. Кругом никто не умирал, а тот, кто раньше понимал смерть как награду или избавление, тот бить стремился наповал, а сам при этом напевал, что, дескать, помнит чудное мгновение. Ученый мир так весь воспрял, и врач науки ради на людях яды проверял и без противоядий. Вон там устроила погром, должно быть, хунта или клика, но все от мала до велика живы. Все кончилось добром.
Самоубийц числом до 100 сгоняли танками с моста, повесившихся скопом оживляли, фортуну вон из колеса. Да, день бессмертия удался, застрельщики, ликуя, пировали. Но вдруг глашатай весть разнес уже к концу банкета, что торжество не удалось, что кто-то умер где-то. В тишайшем уголке земли, где спят и страсти, и стихи, реаниматоры лихие туда добраться не смогли. Кто смог дерзнуть? Кто смел посметь? И как уговорил он смерть? Ей дали взятку. Смерть не на работе, не доглядели. Хоть привет он взял, да умер от любви. На взлете умер, на верхней ноте. Новое видео, новое стихотворение. Подпишись, чтобы не пропустить.